Всем приветики, вы на канале Евкос, и сегодня у меня очень классный влог. Ну, не знаю, понравится вам такой формат или нет, но сегодня у меня, как проходит мой день, влог. Вот. Надеюсь, вам понравится такой формат видео. Сейчас я только что проснулась, встала я в 9:40, в школу мне к 13:10. Сейчас я хочу сделать небольшой уход, нанести патчи. Я уже сняла патчи, все сразу такая, нанесла помаду для губ увлажняющую. Я вам хочу кое-что показать. 15 октября будет день рождения у моей подруги Милады. Я думаю, по видео вы ее знаете. Я подготовила вот такой подарок, и да, тут лежит не Dolce Milk, как вы поняли по пакету. Пакет, да, пакет такой красивый, Dolce Milk. Вот, но на самом деле здесь лежат подарочки, вот. Днем рождения, братан. Это такой вот самый большой подарок. Это скетчбук очень красивый. Пенал с вот этим, знаете, гусь обнимусь. И последний подарок. Вот такая вот линеечка с Куроми. Ну, актуальная сейчас тема, я думаю, поэтому ей понравится. Ну, а вы самые первые увидите подарок. Вот. И вообще... Знаете, какая тематика, то есть праздника будет? Это будет пижамная вечеринка. И Милада поставила условие, типа, все, как я поняла, либо в пижамах приходить сразу, либо, ну, можно там будет переодеться в пижамы, так как пижамная вечеринка. И тут мы с мамой поняли, что у меня есть пижамы, знаете, такие вот, которые прикольные с единорогами. Но дело в том, что они такие, знаете, более летние, то есть... В них будет прохладно, я думаю, вот. То есть они летние прям такие. А, поэтому выбор пал на кигуруми. Вот тут вот я вам ставлю, как он выглядит, который я хочу. Вот, они, в принципе, недорого стоят. Но потом я такая, а вдруг в кигуруми, наоборот, еще жарче будет. Ну, типа, жарко будет, как бы. И поэтому выбор пал у меня вот на такую вот пижаму. И я вот не могу выбрать, что лучше, вот обычная пижама или взять такой кигуруми. Вот. Что бы вы выбрали? Это, кстати, я все смотрела на Валберес. Как я определюсь, и когда мы закажем, я вам все обязательно покажу, потому что этот влог я буду снимать до дня рождения Милады. Кстати, сейчас понедельник, мне уже скоро идти в школу. Очень не хочу в школу, но придется. Смотрите, какие милые пуфики. Такой вот пуфик олененок и вот такой пуфик слоненок. Жираф. И все такие вот еще кожаные. Вот. Красота. Ну, цена у них тоже прелестная. Ну, хотя сейчас это, в принципе, недорого. Смотрите, вообще олененок 9000 стоит. И тут еще вот такие вот есть. Так, всем еще раз привет. Я уже давным-давно пришла со школы, уже сделала уход за телом. Сейчас я буду делать уход за лицом. И, ну, это вообще максимально небольшой уход. Я сейчас протеру лицо тоником Ева с розой. Вот, мне его Ева дарила. Очень классный тоник. Отберу ватный диск. И наношу. Он немножко такой неудобный. Баночки, поэтому так вот я придерживаю и аккуратненько его наливаю, чтобы он не вытек. Вот. Так, и протираю вот такими вот легкими движениями. И вот, знаете, я тоник наношу, то есть не после макияжа, то есть я вот сегодня, например, не красилась, а просто я нанесла тоник, даже если вы не краситесь, то все равно, допустим, на лицо у нас пыль может ложиться. И чтобы вот эту вот всю грязь убрать, тоник беру. Вот, у меня тут пыль. Я уже собиралась ложиться спать, но тут я вспомнила, что недавно в магазине я купила кефир. Я, конечно, понимаю, что есть на ночь нельзя, но очень захотелось, и вот... Чтобы что-то такое тяжелое не есть, я решила выпить кефир.
Вот, один стакан я пью. Ну, результат вы особого не увидите, конечно, но все-таки я вижу, потому что я пользовалась в течение месяца, и я прям результат заметила. Это, если что, увлажняющий тоник. Ну, а я пошла спать. До завтра. А мы приехали в труд поплавать. У нас сегодня ветрено как-то. Я уже поплавала. Высушила голову. Ну, немножко не до конца, но ладно, я в шапке все равно пойду. У нас потому что уже такой прям холод, мороз. Такие вот дела. Такой вот у меня лук. Такую кофту давно не надевала. Всем привет, Тим Сенечки. Ну, гопники со двора. Короче, сейчас идем в КБшку. Вот наша именинница. Мелада. Короче, она очень грустная, то, что она проиграла. Полин, ты не проиграла? Ты что, выиграла? Она грустит. Вот Кристина. Ева. Ну, блин, Мелад, хватит обижаться. У тебя же все-таки день рождения, ты не повод обижаться. Всем привет, я именинница на этом день рождения. И сейчас я покажу, что он мне подарил. Но это не все на самом деле. Вот такая коробочка. Ай, такая коробочка вкусняшек. Открываем. Для вас это будет секрет. Маршмеллоу пухлый кролик. Давай я вот так вот. Это Black Challenge. Вот так все выглядит. Так, пухлый кролик Black Challenge. Мармелад кислый, Сникерс, Чио Рио, Твист, Апельпилиголь, Киндер Шоколад, Супи, Тетс. Давай быстро самое прикольное покажи, что здесь есть. Самое, что тебе прям понравилось. Которые невозможно кусать. Вот такие арбузы. Ой. Это жевательная конфета, скорее всего. Это жевательная. Кстати, вот это прям вкусно. Много чупа-чупсов. Такая. Вот такая супер-пупер... кислая. Ну, смотри, тут маски, да. Маски еще. Маски, давай. Хотя Мелада у нас не красится. Ну, маски не обязательно красятся, это просто такая же. Угу. Вот такие маски. Люся, подождите, с днем рождения! Короче, мы сейчас будем играть в игру. Я вам ничего, как всегда, не засняла. Вот айпадик такой. Мелада, покажи свой подарок на ДР. Вау, ты что? Ты такая крутая. Просто. Покажи, что у тебя там закачано. Мам, только фока. Вот. Ой. Такой вот. Это обрежем. Не, я обрезать не буду. А ты будешь Мелад этот? Полиночка вот такая. Будем играть. На 4. Свечи, это... А.